как они, Эмили Холт. Она давно, да, да, в художественной гимнастике. Да, очень давно. Вообще оценка Ариши Герич. Но это наша Патриция Беззубенко. Канада. Пати ее зовут в сборной. Мы с вами говорили о чувстве неуверенности гимнасток. Вот как раз по словам тренера, именно Патриция, раз у нее бывают такие моменты, когда очень неуверена в себе, она это может помешать выступлению. Бывают у нее такие эпизоды. Ну, тренер Юлия Голубенко, в прошлом наша известная гимнастка, правда, она теперь носит другую фамилию, поскольку вышла замуж за брата нашей двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой, за Егор Канаев. Но по-прежнему для художественной гимнастики она Голубенко. Как жалко. На последней танцевальной дорожке допустила ошибку. Выполнила все очень трудные у Патриции.